Урожай зимового ячменя на 10 центнеров с гектара выше, чем у наших соседей, темрючан. По данным краевой сводки «Экспресс-Агро», с анапских полей получают по 55 центнеров с гектара. Погодные условия позволяют убирать зерно без дополнительной подработки сразу в ангары. А это большая экономия средств и возможность вовремя перейти на озимое поле пшеницы. Вот уже несколько дней, как в нашем муниципальном образовании, идет уборка зерновых колосовых культур. Всего нам предстоит убрать 12,5 тысяч гектар площадей. На сегодняшний день мы убираем озимый ячмень. Урожайность хорошая, не хуже, чем в прошлом году. Мы уже убрали около 500 гектаров, и средняя урожайность составляет от 50 до 55 центнеров с гектара по разным хозяйствам. После того, как озимый ячмень будет убран, сразу мы наступаем уже на поля с пшеницей и займемся ее уборкой. Комбайны у нас подготовлены, 26 комбайнов собственных, 23 комбайна привлечены. Нагрузка составит 255 гектар на один комбайн, это даже немного ниже средней краевой нагрузки. Особое внимание с учетом климатических условий, которые сложились с этой жарой, мы уделяем противопожарным мероприятиям. Каждое поле опахивается, и на каждом уборочном поле имеется трактор с плугом и емкости с водой на случай, если, не дай бог, что-то случится в плане пожароопасной ситуации. В ОПХ «Анапская» сегодня завершат уборку зимового ячменя. Справились бы и раньше, но близость моря и повышение влажности сокращает рабочий день земледельцев. Хотя, в общем, ячмень такого качества, что зерно семенных участков тут же закладывают на хранение. Свои семена на следующий год – это возможность больше потратить на удобрения, листовую подкормку, химпрополки. Все старания, вложенные в озимый клин с осени, сегодня радуют весомой отдачей. Остается пожелать нашим хлеборобам хорошей погоды. Знойный полдень в уборочный день – это лучший подарок комбайнеру.